Друзья, всем привет! Сегодняшний влог начну с подготовки ко дню рождения сына. Нам будет 14 лет. Всегда подготавливаю заранее какие-то полуфабрикаты. Помыла картофель, морковь. Все это отправляю в пакет. И все это буду отваривать в микроволновке. Овощи я всегда отвариваю в микроволновке. Это быстро, это чисто. И мне намного больше нравится отваривать в микроволновке. Главное не переварить. Ну, смотрите сами по своей микроволновке, насколько у вас она мощная. И периодически проверяйте, чтобы не было так, что вы переварили в микроволновке овощи, и они такие, знаете, резиновые стали. Пока овощи варятся, следующее, что я сделаю, я порежу батон. Овощи у меня уже отварились, сейчас я их под холодную воду опущу. Пока у меня батон в духовке, займемся курицей. Теперь сюда добавлю чеснок. И буду мариновать вот этим вот соусом барбекю. Это идет с медом. Еще добавлю сюда сушеного чесночка с солью. А подсаливать специально не буду. А добавлю вот сушеный чеснок с солью, который покупала в Светофоре. Чуток перчика, и все это хорошо перемешаю. Беру в холодильник, пусть она ночь маринуется. Девчонки, смотрите, покажу. Это упаковка просто магазина, яйца домашние, у мамы несутся куры. Вот смотрите, что это? Голубиные яйца. Вот такие вот, не знаю даже какой цвет, зеленовато-голубые яйца несет у нее вот одна курица. Вот такие большие другая курица несет. Ну, какая-то курица белые яйца несет, какая-то... Короче, вообще выбирай какие хочешь. На Пасху даже и красить не надо, зелененькие яички. Сейчас поставлю их отваривать на салаты. Ну, вот мне на два салата надо будет. Как раз вот десяточек отварю, и нормально будет. Так, ну и сделаю сразу заготовочку зимнего салата. Заправлять не буду. Огурец добавлю уже завтра, потому что он у меня пока разморозится, пока стечет. И уберу в холодильник.
Хочу оставить вам свой отзыв на линейку Ладор для ухода за волосами. У меня есть несколько продуктов. Это маска, шампунь, спрей и филлер для волос. Шампунь для волос у меня в объеме 530 мл. Шампунь с кератином. Мне очень понравился этот шампунь. Он деликатно очищает волосы, но хорошо промывает. Он легко смывается, и он дает как будто какую-то такую вот защитную пленочку. Мне очень понравился этот шампунь. Однозначно, когда закончится, я повторю эту покупку, этот продукт я еще раз закажу. Маска для волос. Маска — это вообще что-то с чем-то. Мне очень она понравилась. Бомбическая маска. Она увлажняющая, то есть она подходит для поврежденных, сухих волос, особенно вот если кто окрашивается часто, блондинки. Здесь очень много питательных веществ, всяких масел. Классная маска. Вот советую обратить внимание на эту маску. Волосы разглаживаются. Ну, конечно, не в такой степени, как после утюжка, но в любом случае значительно глаже становится волос. Мне очень понравилась эта маска. У меня была в маленьком объеме 150 мл, она закончилась. И вот я заказывала набор, теперь у меня в объеме 530 мл. Я использую эту масочку 1-2 раза в неделю. Мне очень понравилось. Еще вот теперь хочу заказать кондиционер для волос, тоже из этой же серии. Спрей для волос с кератином. Изначально у меня сложилось неоднозначное такое мнение вот именно конкретно об этом спрее. У меня тоже был в маленьком объеме 30 мл. Это уже я заказала повторно в объеме 150 мл. Это средство очень хорошо подходит поврежденным волосам. Во-первых, его нужно применять при окрашивании, то есть перед тем, как вы наносите краску, наносите сначала вот этот спрей. Либо при каких-то химических воздействиях на волос, либо вот как я его применяю как самостоятельное средство, я наношу на волос, а затем уже наношу сверху какое-либо масло. Ну, сейчас у меня экранирование, но даже при экранировании я иногда использую этот спрей. Мне он очень понравился, он обладает таким стайлинг-эффектом, и именно вот этот спрей, он не утяжеляет волос, он не жирнит, он не придавливает объем. Ну, то есть спрей мне очень понравился. Я вот тоже прям от души вот эти средства рекомендую. Ну и уже вот об этом филлере Ладор я вам рассказывала и показывала, как я делаю. Это тоже крутая штука, мне очень нравится. У меня уже он скоро закончится. У меня в объеме 150 мл. Ну вот у меня меньше половины осталось. Классная вещь. Вот именно вот эти средства, которые я попробовала уже на себе, потестировала неоднократно, я вот однозначно могу вам рекомендовать. Обратите свое внимание, я оставлю вам ссылки на все эти средства. Мне очень понравились. Действительно, я еще хочу заказать кондиционер, либо бальзам, либо кондиционер. Посмотрю, что я найду подходящее для себя, и обязательно закажу, но уже смело буду заказывать в большом объеме. Крутые штуки. Ну и раз пошла такая пьянка, покажу вам еще средства для волос, которыми я пользуюсь и которые могу вам порекомендовать. Это у меня шампунь и кондиционер CP One. Тоже мне очень-очень-очень они нравятся. После них волосы тоже гладкие, хорошо расчесываются, хорошо промывает. Кондиционер, ну, он как кондиционер, он не как маска, конечно, но после него волосы гладкие, мне очень нравится. Отлично увлажняет. И я вот чередую. Основное мытье у меня CP One на данный момент. Чередую с Ладором и раз либо два раза в неделю использую серию Ладор. Мне очень нравится. Порекомендовать именно на лето это вот этот бальзам питания и защита цвета от Faberlic. Вы знаете, там, когда я делала заказ, это как раз делала в начале лета прошлого года, и там за рубль выходила
за баллы там, ну, короче, рубль я отдавала за набор, там была маска и бальзам. Маска мне не понравилась вообще, этой серии, но вот этот бальзам, девочки, это что-то с чем-то, это крутая штука, мне очень, вот, реально, я не знаю, это моя любовь, вот он до лета тут, на лето мне его не хватит. Мне нужно будет заказывать еще. Мне очень-очень-очень понравился этот бальзам. Подходит для всех типов волос. Знаете, что я хочу вам сказать? Когда мы ездили отдыхать на речку, мы там были несколько ночей, естественно, голову я мыла в этой речке. Никакую воду я не грела, не кипятила, просто помыла обычным жидким мылом голову в речке и нанесла вот этот бальзам. У меня волосы были шелковистые, они легко-легко прям расчесывались. Но я не представляю, дома, если бы я помыла жидким мылом голову и попыталась расчесать, я бы выдрала больше половины своих волос, я бы их просто не прочесала. Но вот этот бальзам, это вообще что-то с чем-то, я была дико удивлена. Но маска вообще не понравилась. Она вообще, ну, как для меня, на мне она вообще не, ну, никакого результата абсолютно не дала. А вот этот бальзам, стоит обратить на него внимание. Мне он очень, честно, мне он очень понравился. Ну, естественно, это все индивидуально, я вам высказываю только конкретно свое мнение. Еще мне очень понравилось вот это вот средство BioAqua. Это средство, оно идет, знаете, как я вам скажу, текстурирующее средство для придания там локонам, зафиксировать локоны и типа термозащиты, что-то такое. Знаете, мне очень понравилось это средство, оно не жирнит волосы, во-первых. Во-вторых, оно фиксирует вашу укладку, волосы легко укладываются. Я очень-очень редко, когда подкручиваю волосы, в основном либо сушу естественным путем, либо на фен-щетку, ну и потом вытягиваю утюгом. Даже если я сушу естественным путем, во-первых, он фиксирует, оно, вот это средство, оно фиксирует. Во-вторых, не утяжеляет, оставляет объем на волосах. Мне оно тоже очень понравилось. Но у меня просто много всего, я не могу пользоваться всем постоянно, поэтому я всегда чередую. Но вы видите, что вот было полное, но вот уже у меня вот так. Ну, крутое средство, мне оно реально понравилось, честно. Вот честно, от души могу порекомендовать. Моё любимое средство это... вот это вот маска Ньютон термокератин от Estelle. У меня тон 8,76, светло-русый, коричнево-фиолетовый. Это тонирующая маска. Вот она реально работает, она не подсушивает волосы. После нее волосы хорошо расчесываются, гладкие. И тонирует, ну, тут в зависимости, сколько времени вы подержите на волосах. Но у меня вот осталось здесь вот на донышке на один раз. Классная маска, вот тоже могу смело рекомендовать. Цвет вы можете подобрать, там вот каждый цвет маски соответствует цвету краски. Ну, там огромное изобилие вот этих вот цветов, можно выбрать, какой вам нравится. Ну, естественно, это вот эта эссенция от Labelle Sleek. Мне она тоже понравилась, но, знаете, есть большой-большой минус. Ну, конечно, можно на это закрыть глаза, тут уже смотрите сами. Она, да, она уплотняет, утяжеляет волос, сглаживает волос, но если вы просто нанесете без укладки, то она не сгладит волос до такой степени, как бы вам хотелось. Но если нанести и, допустим, утюгом пройтись, то да, однозначно волосы гладкие, такой салонный эффект, ламинирование. Красивый, конечно, эффект, но вот после нее, конечно, волосы приходится мыть чаще. Она жирнит. Да, она жирнит, тут уже ничего не поделаешь. Но эффект от нее реально крутой. Мне тоже вот эта эссенция зашла. Ну и то, чем я пользуюсь на данный момент, это вот у меня... Estelle экранирование, я вам покажу, чтобы вы не думали, что я обманываю, что я этим не пользуюсь. Экранированием на данный момент я пользуюсь после каждого мытья. Labelle я наношу,
Ну, если, допустим, куда-то выйти, либо по настроению, но уже прям на экранирование. Вот у меня уже, видите, сколько использовано. И то же самое, третий этап. Ну, с маслом, конечно, дела обстоят немного по-другому, потому что мне на волосы масло нужно вообще 1,5 нажатия, мне поза глаза. Не знаю, почему не достаю из коробочек, вот как-то мне нравится эта упаковка. Но масло у меня вот только сколько ушло, мне масла хватит надолго, и плюс еще вот... Еще вот это вот масло, золотое масло, как оно там, тоже полная бутылка, его еще я даже не открывала. Так что вот, девочки, я вас не обманываю, вот честно показала, что да, действительно, я этим пользуюсь, и мне нравится. Поэтому, кстати, вот у меня девчонки спрашивали, я давала ссылку, если кто-то уже получил и попробовал, напишите, пожалуйста, свои отзывы. Мне очень интересно, ну, как вам понравилось, не понравилось, потому что что-то я вам советую, может быть, кто-то что-то приобретает, и ну, кому-то, может быть, и нравится, а кому-то, может быть, не подошло или не нравится. Ну, получается, что как бы по моим советам человек просто деньги зря потратил, да, если не подошло, либо не понравилось. Поэтому, девчонки, кто... приобрел, кто уже попробовал, напишите, пожалуйста, как вам зашло этот набор, зашел этот уход или нет. Ну, конечно, с первого раза тут оценивать глупо. Нужно, ну, хотя бы неделю пропользоваться, потом уже будет понятен эффект. А так, с одного раза, конечно, мы ничего не можем понять. Так что вот, начала с одной линейки, показала вам все свои уходы за волосами, но это, конечно, не все, это вот часть. Такое масло, сухое масло, масло органы, мед, биомасло. Ну, как я не понимаю, почему оно называется сухое, но оно масло и масло. Тоже неплохое, оно, это от Констант. Оно вот именно, вот это масло тоже обладает стайлинг-эффектом, оно как бы фиксирует кладку. Ну, вот у меня вот так его. Ну, где-то полбутылочки осталось. Тоже пользуюсь. Но сейчас, как бы, вот эти вот средства, сейчас они у меня, конечно, не на первом месте. Я ими сейчас очень редко пользуюсь, потому что основной уход я вам показала. Это я перелила. У меня были капельки шелка. Кстати, видите, как они красятся. Вот волосы они не красят. А бутылочка была белая, прозрачная, и она вот покрасилась от этого масла. Это... я не помню, по-моему, тоже, наверное, Констант у меня. Просто у меня лопнула бутылка, и мне пришлось перелить. Капельки шелка, по-моему, что ли, называются. Так, это у меня термозащиты. Вот это вот Эстель. Это был у меня набор Баба-Яга. Это был шампунь, маска и вот этот спрей термозащита. Запах очень приятный, таких лесных ягодок. Термозащита я всегда пользуюсь перед нанесением, ой, перед использованием либо фен-щетки, либо утюга, либо там какой-то плойки. Приятный очень запах. Но вот у меня еще его много как-то. Вот этот капус у меня термозащита. Ну вот я им в основном, что мне нужно хотя бы закончить что-то. И это у меня к 8 марта подарок был в наборе от поставщиков. Это тоже Эстель, двухфазный спрей для волос. Они парфюмированные. Это тоже как термозащита, антистатик, легкое расчесывание и парфюмированная вуаль. Ну, запахи, они на волосах пахнут, ну, так, знаете, не навязчиво, не въедливо. Легкий такой какой-то парфюмированный запах. Ну, конечно, на любителя. Я не знаю, есть ли они в продаже, вот эти вот, Inspiration и Prima. Я не знаю, есть они в продаже или нет, но это было в подарочном наборе на 8 марта. Вот они там, поставщики, кто у них закупается постоянно, они вот подарки привозили. Там еще крема какие-то были, что-то еще. Мы с мамой вот поделили. Ну вот, и все, да, теперь вот я вот показала вам все свои средства для волос, которыми я... А, нет, не все, вот еще у меня маслицы же. Вот это вот крутое масло. Кстати, девочки, смотрите, вот могу поставить на одну линейку.
на одну линейку, но вот это вот немножко полегче масло. То есть оно, если лябель, она как бы утяжеляет волос, вот это масло волос не утяжеляет. Очень приятный аромат. Это органовое масло. Очень приятный аромат у этого масла. Можно, да, переборщить, и волос тоже, если много нанесете, будет жирниться. От него прекрасно расчесываются волосы, блестят, и они гладкие. Вот можно поставить на одну ступеньку, но разница в том, что лябель утяжеляет, а вот это нет. Это я заказывала на Алиэкспресс, крутое масло вообще, вот у меня чуть-чуть, его надо совсем немножко. Крутой аромат, вообще обалденный аромат, он какой-то такой дорогого какого-то парфюма. Вот, а теперь точно все для волос я вам все свое показала, но уже там какой у меня маски еще какие-то, там у меня целая куча в бане стоит, я уже там не буду на них заострять внимание. Ну, вот это вот то, что есть. Ну, думаю, может быть, что-то для вас будет полезное из этой информации, которую я вам рассказала. Вы, конечно же, об этом мне напишите. Вы посмотрите, что я тут натворила вчера. У нас 3 дня плюсовая температура. И вчера вот шла в баню, ходила дров подкладывать, шла из бани, и прямо у крыльца подскользнулась и расстелилась. Рассекла колено, ударила вот руку, вот синяк. Прям, ну, видно вам. И локоть. Короче, вот такая вот мадам, которая ноги не держит, завалилась. Хорошо, хоть кости целы.